Уникальная возможность появилась у инвалидов семьи. Люди с ограниченными возможностями теперь могут посетить любой музей мира, пусть даже путешествие это виртуальное. В целом городе появляется все больше специальных услуг для инвалидов. В Тёмах, например, сурдопереводчики помогают им заполнить бланки и сдавать документы. Для инвалидов семей теперь не существует преград. Их убирают с помощью новейших технологий. Формат 3D с максимальной точностью воспроизведет творение мировой культуры. Виртуальные двери распахнет любой музей. От Лувра до Эрмитажа. Музей без барьера. Данный проект действительно в Казахстане это первый раз. Это пилотный проект. Разработаны программные части, разработан фильм. Эту программу в семье запустили в рамках проекта программы развития ООН, но уделяют внимание не только культурному просвещению. Здесь решили максимально облегчить жизнь инвалида. В местном ЦОНе уже установлено специальное оборудование. Мелкий шрифт документа теперь легко можно увеличить, а при необходимости и прослушать. Очень понравился этот проект по вспомогательным средствам для глухих людей. Помимо этого в ЦОНе дежурят специалисты, которые помогут людям с ограниченными возможностями заполнить бланки или сдать документы, чтобы банальный поход в центр обслуживания населения не превращался для инвалида в сложнейшую задачу. Лилия Шаймарданова, Саруар Кабдулла, Медет Умерханов, Семей.